были девочки Гасанова Сабина, Найденко Юля, да. Очень такие звездочки просто. Которые вот еще одна у нас. Так, красавица, звездочка. Поехали! Это рабочий момент пока, да. Чтобы знали. Ну, репетируем. Да. Хорошо. Еще несколько месяцев для экзамена. Thank you.
Браво! Я не дышала. Не дышала. Спасибо большое. Со скольки лет, вот получается, скрипку в руки взяла девочка? Я с 5 лет. С 5 лет? А как, почему ты именно скрипку выбрала? Ну, не знаю. Ну, скажи. Я как бы с самого детства хотела хорошо играть. Ну, в смысле. Хорошо играть на каком инструменте? А когда ты увидела первый раз скрипку? Наверное, по телевидению или как? Я не знаю. Не знаю как, я но... Даже, да, не помню. Ну, у нее и братик закончил. Здорово. На скрипку. Спасибо большое. Успехов тебе по жизни. Вот именно в творчестве, в музыке и личного счастья. Спасибо твоим родителям и тебе, и твоим преподавателям.